Чили провели целую операцию по спасению потерявшегося пингвина Гумбольдта. На берегу его заметили туристы. Птица была в плохом состоянии. Сначала ее передали в местную ветеринарную клинику, потом выпустили в национальный парк. Судя по всему, пингвина унесло морскими течениями за пределы места его обитания. Этот вид считается уязвимым, численность популяции невысокая. По оценкам исследователей, в дикой природе не больше 10 тысяч взрослых особей. Обитают пингвины Гумбольдта в прибрежных районах Чили и Перу.